Могилевские спортсмены-колясочники стали пераможцами открытых городских спаборництваў по инваспорту «Золотый лев». Турнир мае статус международного. Сёлета за яго узнагароды змагаліся больш за сотню удзельнікаў з 6 краін. У Магілёў прыехалі каманды са ўсіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама з Расіі, Украіны, Малдовы, Літвы і Францыі. За спаборніцтвамі сачыў і наш корэспандэнт Ілля Собалёў. Внимание! Ready, go! Дольше. Не спеши, так аккуратненько. «Золотый лев» у 13 раз собрал у областном центре паралимпийцев из разных краин. Ареной спаборництва по традиции стал стадион «Спартак». Удельники вызначали лепших у 10 видов спорта. У многих из них тон задавали господары турниру. Амбрестлинг – это мой спорт, и мне нравится он. И пускай говорят, что это не женский вид спорта, но дело в том, что наше положение в колясках, наши руки – это наши ноги. То есть они должны быть сильные. Жульбак – новус боче. Назвы этих гульнев мало знакомые навод аматорам спорту. Однако варто приглядеться, и одразу возникают аналогии. Например, боче мае подобенство с кёрлингом, а новус еще называют морским бильярдом. Его придумали в Латвии моряки, так как большой бильярдный стол не поставить было на корабль, а сделали стол метр на метр и вместо шариков поставили пешки. Поучаствовали во всех мероприятиях, и я думаю, что вечер проведем в дружеской обстановке, которая доступна этому городу. На сегодняшний день в Беларуси нет среди людей с инвалидностью международных соревнований. Есть различные соревнования масштаба Республики Беларусь, но с участием иностранцев, вот как в Могилеве, такого я не знаю. Поэтому мы стараемся держать марку города и как бы мотивировать людей для занятий инваспортом. Лепшими на хатнем турнире стали могилевчане. У лику призеров так само команды Санкт-Петербурга и Москвы. Наступный турнир обещает быть еще больше представничим. Про свое ожидание проехать у Могилев уже заявили итальянские паралимпийцы. Илья Соболев, Миколай Соболев, Новини регион.